Ассаламу алейкум, доброе утро. Вообще, я очень странный человек. Уснула в 12 ночи, проснулась в 4:30 утра. И вот сейчас у нас, представляете, 4:30, я уснуть не могу. Решила заснять нашу утреннюю Махачкалу. Когда она пустая, никого нет. На самом деле, очень красиво. Мы переехали. В эту квартиру заехали мы только ночью, почти в 11 вечера. Тут по-быстрому пакеты раскидали по шкафам и спать легли. Живем мы, кстати, возле троллейбусного кольца, близко там. Вон, в той стороне троллейбусное кольцо. Что все проснутся, позавтракаем и будем разбирать, убираться, разбираться. Надеюсь, буду снимать. Макат, хочешь? Ну смотри, сломался дома, папа починит, ладно? Набрали сейчас продуктов, там куча всего, чего дома не было. Решили взять чудушки еще, 2 штуки, домой покушать. Мадина ноет, что самокат на магазине разобрали и сумку спрятали, потому что самокатом очень долго ехать. Но она на нем кататься хочет. Пришли мы с магазином. И знаете, хотела рассказать сначала про стол. Тут у нас был стол, ну, нормальный такой по высоте. И его забрали прошлые жильцы, потому что это их стол. У нас есть точно такой же стол, только намного больше, тоже овальный, но высокий. Он сюда не пролезает, вот в этот проход. Поэтому у нас пока стоит вот этот столик. Думаю, взять, может, стулья поменьше, и будет как такой турецкий вариант. Ну, короче, тоже стол нормальный, вообще хороший, массивный. Пришли мы, в общем, с магазина. Что взяли? Взяли мы сок, яйца, сыр плавленый, сметану и вот такую вот колбасу кизлярская. Ну, говорят, вкусная, не знаю, попробуем. Это еще не все, я взяла много что из бытовой химии. Например, самое из важных, что надо было, это щетка, потому что нашу щетку случайно сегодня увезли прошлые жильцы. Еще сегодня я прибрала всю кухню, все убрала. Кстати, мы еще 2 чудушки купили слоеных. Все убрала, все помыла. Осталось мне вымыть плиту, потому что я купила стеклоочиститель. Хочу вот это стекло помыть еще. Ну и сверху я там готовила. Тоже надо ее протереть. Купила специи. В общем, дрожжи. Не знаю, может быть, я решусь на пирожки. Может быть и нет. А для мяса приправу лавровый лист, потому что не было. Потом приправу для плова, для картофеля и для курицы. Не люблю, когда приправ мало. Мне нравится специи добавлять в блюдо по максимуму. Также перестирала вообще все наши вещи, которые у меня только были. Это было 2 ходки. Еще завтра надо будет постирать, когда эти вещи высохнут. Потому что сушилка одна, вешать вещи некуда. То, что они лежали в пакетах, они там запылились с этим переездом. Решила я, в общем, все перестирать. Кстати, эта идея мужа вообще даже не моя. Из того, что где осталось убраться, это балкон. Надо здесь полы помыть. Там разобраться. Это вот не наше, это хозяина. Всякие там цемент, мешки и так далее. Вот. И самое главное, конечно же, помыть окна. Окна грязные во всех комнатах. Реально. Прибраться на балконе. Поставить столик какой-то, стульчик небольшой такой, и сидеть здесь, кофе по вечерам, пить чай и смотреть на ночную Махачкалу. Мне кажется, это очень красиво. Правда, народу на улице много, не настолько много, как до карантина, конечно, но все равно их очень много. Все ходят, все там по своим делам, никто, в общем, на самоизоляции не сидит. Также из важного это порошок, потом фольга. Фольга мне нужна не чтобы там что-то запекать, да, может, вы подумали. Хочу закрыть окна хотя бы наполовину, потому что у нас тюли нету, штор нету пока. Это были шторы прошлых жильцов, как бы они забрали. Вот, поэтому фольга. У нас солнышко встает на нашей стороне утром, поэтому жарко бывает утром спать. Так, ну, это муж взял. Так, взяла Пемолюкс. Там раковину мыть туда-сюда. Ну, это понятно для чего. И, конечно же, вот я, как и сказала, окна мыть хочу.
вообще что очень много денег потратили, почти 2 с лишним тысячи. Ну, не знаю, может быть, ненормально. Вот видите, ножницы 230 рублей, я там чуть не выпала, но надеюсь, они нормальные, потому что прошлые, которые я покупала, сама, которая режет ногти, да, она была такая какая-то затупленная, плохо она сжималась, расходилась, в общем, надеюсь, эти будут нормальные, потому что у Марины уже ногти так хорошо отросли. Поменьше стул выбрать не могла? Да. Постоянно на лоб эту повязку натягиваешь? Так, сейчас я тебе положу в тарелку, чтобы с тарелки, ладно, ела? Я. Марин, ну ты слишком много из банки кушаешь. Вот так, хорошо? Все, на. Сегодня у Мадинки такой вот гель будет с морским медом. Это, кстати, позавчера мама принесла, а она уже съела почти всю банку за полтора дня. Хотя по 2 чайные ложки утром и вечером надо есть. Она очень много кушает. Все, вот так. Она сверлить просто не перестают, уже надоели. Мадинка достала у меня макароны из шкафа и попросила их приготовить. Поэтому тут уж без вариантов, готовлю макароны с фаршем. Типа по-флотски. Вся пыль летит, сколько мой, не мой, вот эта пыль, она летит. В общем, каждый день приходится протирать эту плиту. А летит пыль из-за того, что дом новый, только строится, вот сами видите, ремонт туда-сюда. И, соответственно, вся пыль летит вот с дома, с домов, с квартир, так как у дома еще отделки тоже нету. И, соответственно, вся пылюга в доме. И полы тоже самое. Чуть ли не 2-3 раза в день надо мыть, чтобы от этой пыли, от песка избавиться. Но не открывать балкон тоже не вариант, потому что дома очень жарко. Вы тоже меня спрашиваете, что я обычно смотрю. Ну вот, очень часто стала сейчас ее смотреть. Сеня Мира. Они сейчас на острове живут, типа дача у них. И они там как ее обустраивают, показывают. Вот. А у меня тут осталось немножечко чуду. Муж пошел в магазин, сейчас придет, сядем кушать. Разогреваю чудушки, тут макароны. Хочу еще сделать омлет, потому что Маринка будет, скорее всего, макароны. Не знаю, мужа спрошу, если он будет тоже. Если нет, то сделаю ему яичницу. А себе хочу сделать омлет. Катается на самокате, потому что она уже очень давно просит. Сейчас я ее одену и пойдем. Сейчас буду снимать рум-тур. Немножечко покажу квартиру. Вот, скорее всего, в следующем видео вы уже увидите рум-тур. И самого приятного, что есть здесь у нас на улице, это розы. Здесь кто-то посадил такие красивые-красивые розы. Ой, не могу насладиться ими. Ну, подъезд, конечно, еще развалюха, только квартиры, я говорю, делают. Подъезд еще не оформили никак. В общем, серые такие бетонные стены везде, лестница. Мне кажется, квартира у нас очень даже хорошая, в классном районе. Поэтому я довольна. Дошли до парка снова. Мадина на своем любимом самокате наконец-то хоть катается, а не просто с ним идет. Дома по дому в Якутске хорошо каталась, а сейчас что-то прям начинается у нее. Самокат за 1200 купили. Классный. Надо ей научиться поворачивать, а то она постоянно слазит с него и переступает. Вот так. Что там? Ну, дорога, мы же не туда. Пойдем. Ой, в парке классно гулять. Сейчас народу почти нету. Пойдем посидим, поедим. Ах, погода классная. Птички чирикают. Солнышко не такое яркое, не жарко. Ветер есть, но тут в парке ветра почти нету. Завтра поедем уже к Изоловке моей, в село, ехать 3-4 часа на автобусе. Предстоит долгий путь, я не знаю, буду снимать, нет, надеюсь, буду. И у нее хочу поснимать чуть-чуть тоже. Кстати, мы с Мадинкой впервые без мужа вышли, уже привыкаем.
Муж с нами идти не захотел, подумал, что на улице жарко. Говорит, после обеда с вами выйду. А мы решили гулять. Сейчас погуляем, придем домой, Мадинка поспит, потом после обеда еще раз по нем погуляем. Вот такие пироги. Мадина даже уже психовать начинает, когда этот самокат поворачивает. Я ей пытаюсь объяснить, что делать, чтобы он не поворачивал в правую сторону. Конечно, она правой рукой сильно давит на правую сторону. Вот он вправо и поворачивает. А эта девочка не понимает меня. Какие-то мушки начали летать. Там! Там туда едем, да. А, вот так, да, ну катайся. Ой, 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 как хорошо тебе в парке. Дома-то не разгонишься особо. От стенки до стенки каталась. У меня 2 дня. Деревья высокие, красивые, да? 2 дня меня уже уговаривала. Мама, гулять пойдем, пойдем гулять. Кстати, эту повязку она не захотела снимать. Вот с самого утра в этой повязке. И ни в какую. Мама. Да, туда идем, 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 давай. Ты катайся, катайся. Сейчас накатаешься, устанешь, поспишь от души. Муж у меня, кстати, выиграл за активность в Алисе Дерелисе. Кто знает, да, сериал «Осман»? Эртугрул, потом «Основание Османа», «Османская империя», как бы «Осман», да, сериал? А, вот. Он у них в Инстаграме выиграл за активность, в общем, бесплатную серию. Обычно мы за 150 рублей покупали каждый четверг серию, чтобы смотреть четверг, а не в пятницу. А, ой, молодец. Да, да, катайся. Вот, покупали каждый раз. Мама, там. Да, туда едем. Покупали каждый раз серию, в общем, чтобы смотреть на день раньше, потому что обычно в пятницу у нас, в общем... Короче, не получалось по якутскому времени нормально смотреть, мы постоянно покупали. Вот. Оп! Упала, молодец, катись, катись. Вот, а сейчас он выиграл бесплатную серию, короче, ему отправят, будем сейчас смотреть. Поэтому я так хочу, чтобы она устала и очень хорошо спала, долго. Птички, да, голуби? Нагулялись. Час-полтора, наверное, точно погуляли. Сейчас решили пойти в ДНС. Мужу позвонила, он вышел. К нам навстречу идет. Сходим в ДНС. Хочу посмотреть кофемашину себе. Прям очень-очень. Мечтаю уже давно о кофеварке. Все, купили мне кофеварку, кофе, продукты. Сейчас домой придем, все покажу. Ждем такси, хоть тут и близко до дома, но все равно уже очень сильно болят пятки. Невозможно идти. Что? Автобус. Это не автобус, а скорая помощь. Поставила разогревать суп. Сейчас пообедаем и буду Мадинку укладывать спать. И так, что же мы взяли? Тоже мы взяли. Давно вы знаете, о чем я давно-давно прям очень мечтала. Это кофеварка. Короче, взяли капельную, там она была одна, выбора было немного. Взяли, короче, такую. И взяла к нему вот такой вот кофе молотый, потому что он только молотый принимает, зерновой нет. Тут жвачка Мадинкина приклеилась. Короче, был самый дорогой. Надеюсь, он вкусный, короче, средней обжарки. Так, что там еще? А, это папа-кот Мадинкин. Водичка. Так. Так как завтра мы едем в село, ехать 3-4 часа, по-любому на перекус что-то Мадинке надо было бы взять. У меня рука трясется от того, что я что-то тяжелое тащила. А, Мадинку везла на самокате очень долго. Вот такой взяла ланчбокс. Положу ей туда, знаете что? Клубничку. Смотрите, вот 81 рубль. Но она какая-то такая, не то не сё, но вроде красненькая, не знаю, надеюсь, вкусненькая. Как раз маленькая для этого контейнера. Половинку клубники положу.
Бананчики взяла тоже. Нарежу и туда и сложу. Будет кушать. Салфетки. Едем мы, в общем, завтра у нас пятница, а возвращаемся мы в воскресенье. Вот огурцы. Прикиньте, 30 рублей. Тут обычно овощи, сейчас свекровь покупала. Я сейчас пошла в магазин, смотрю, 39 рублей за килограмм. 30 рублей вышло 6 штук. Вообще. И хлеб. И все, в принципе, больше ничего не взяли. Где влог начинался практически, там я его попытаюсь и завершить. Не знаю, сколько я снимала, но я точно снимала вам про кофеварку, в которой, оказывается, я очень даже отражалась через стекло, поэтому я, конечно же, это все не вставлю. И приходится с вами прощаться вот таким вот образом. Всем желаю хорошего вечера, хорошего дня, хороших выходных. Вообще, всего самого хорошего вам, мои дорогие люди, которые меня смотрят. Всех благодарю, всем спасибо, ассаламу алейкум.